это. Ни в каком турнире не собирался? Парайдер записывал. Саня, так, куда он ушел? Сань. Сань сейчас в СА2 играл, как раз, в GameCube. Говорит, управление получше, чем в Dreamcast версии. Вот это, да, контроллер. А, вон Саня, вижу его. И Зенон стоит там как раз. Что, не нашли еще? Да, один остался. А всего их сколько? Да. А. Ну и кто выиграл, кстати? М? Ты или Настя выиграл? Кинекти, я. Я сейчас еще пыталась играть в Riders. Да, можно. Там сейчас пока мелкие играют. Не, я насобачилась вроде как. А. Ты, кстати, не слышал, что ты сейчас только что говорили по соревнованиям? По СА2. Участники чемпионата Sonic Riders, подходите в зону фриплея, это правый зал. И держитесь там, не уходите оттуда. Потому что если вас не найдут, долго вас ждать не будут. И будет автопоражение, поэтому... Автопоражение, окей. Ладно, чтобы не было автопоражения. В Райдерсах я, конечно, уже давно не играл. Где-то там, наверное, ходил? Не туда. Здесь, в Чемпионат, ты не успел записаться. А просто таблица. Вместо меня участвует. Маша тут сходила с большим плюшем Shadow. Я их тут нащелкал сколько. За Riders? Ага. Да ничего, если ты недавно хотя бы в первую играл, то скилл, думаю, наверное, у тебя не знаю. Скилл-то нормально, но вот эти скиллы, я половец. Ну, в общем, клей. Я сейчас покажу, наверное, какой приставки. Я вообще не знаю управление. Или PS2? Да, PS2 да? Блин, что это, куда это? Слышали? Да, кстати, геймпу вообще непонятно, что это. А Dreamcast вообще все понятно. Я Dreamcast последний раз держал в руках. Я вообще не держал в руках. 7 назад играл в него. Но я все равно жутко надеюсь, что не будет. Я надеюсь, артефакт мне сегодня хоть дослушается игру. Я принес видео по SA2. Продемонстрируй мне его. Ребята, напоминаю, что поле, вот пол, это вот здесь. Начнется сейчас чемпионат по Sonic Riders. Обязательно слушайте свои никнеймы, не пропустите. Кто пропустит, никаких повторных игр не будет, сетка заполнена до отказа. Mm-hmm. Ждем мы буквально минуту, тех, чьи имя я так. Окей. Так, я пока в фан-арт-зону зайду, что там будет. Это наклейки. А, эти наклейки? А, написано, а, tickets, а, tickets money. Это моё, потому что я из неё наклейки выдрал. Лёха, буква У, успех. О, ты выиграл этот, а там? Да. Круто. Ради
Амига что-то. А где? Умберто где? Привет, чувак. Я тут помираю. Ты давно здесь? Да, ты Федя видел, я перед ним шел. Не, ну вообще я имею в виду в Москву, когда приехал. В Москве-то я сегодня утром только приехал. О, а я вчера рано утром. Я уже думал, как бы побыстрее уже прошел конвент. Жарко, пипец. А, кстати, ты в каком районе Красноярска живешь? А, за городом? Нет, да. О, фига, в аэропорт ехать. Ну, почему? Всего половина пути до аэропорта. А, в смысле, не доезжает до Емельянова? Емельянова есть поселок, Емельянова есть аэропорт. А, все понял. Ну, все равно, как бы, близко к аэропорту. Ну, вот так, в последнее время жил в общежитии, в Октябрьском районе. Ну, на Госе. Ну, хотя бы Октябрьский район был бы ближе мне. А я в Советском живу. Нет, подалеку от центра. Ты же с Том Фоксом виделся? Видел. А Настю со Стокманом? Так они вот где-то вот ходили. А я лицо не помню. А, вот. Настя, мне сейчас расскажу. Где-то она вот здесь сидела. Она с черной футболкой, с шерстью ходила. И Стокман где-то вот здесь ходил. Че? Че, Сань? Хочешь охладиться? Так, мне надо найти Александру Михайловскую. Она должна была здесь быть. Мне вообще интересно, она хоть пришла или нет. Я сейчас это запечатлю именно здесь. Читай, Маш. А, ну не надо меня так близко, пожалуйста. Я не люблю. Передай Оле привет. Окей. И, ребята, у нас есть победитель в мини-квесте. Он получит приз, а остальные не получат. Молодец! Не, серьезно, молодец. Сейчас я тебе найду приз. Мы не планируем, что его кто-то вообще пойдет. Где последний круг? Я буду вам видеть, если будет такой приз, который я просто вас там выберу. Тут как бы воды, что ли? Все. Клево. Лицук очень редкая вещь. Да. Ребята, приходите на автопати завтра. Мы? Ну, у меня тут дела. Чёрт. Давай, ребят. Ну чё, чувак? Отлично. Сейчас, нет.